Всем привет! Начинаю новый влог. Мы сейчас поедем в ресторан. Меня мальчишки на 8 марта везут в ресторан. И будем еще встречаться с нашими друзьями. Погода у нас такая прекрасная. Я сейчас вам немножко покажу нашу погоду. Девчонки, всех поздравляю. Ну, вы уже влог этот будете смотреть позже, намного позже. Так что, ну, в любом случае, я вас поздравляю с праздником весны, с 8 марта. Будьте всегда счастливыми, здоровыми. Пускай только каждый день вам радость приносит, счастье. В общем, добра, добра. Ваши дома и всего самого наилучшего вам. Будет обычно влог, я не знаю, я думаю, его буду снимать, девчонки, уже несколько дней, потому что в последнее время нет времени особо монтировать, и много отснятого материала нужно им заняться. Может быть, сегодня вечером тоже попробую, хотя бы попробую им заняться, покажу вам покупки косметические, покупки бытовой химии, которые сделала в Выборге. Так, все, мы вкусненько покушали, вы видели, что было у нас, и Коленьки дыню тоже брали, огурчики, так что так прикольно, сейчас можем сидеть в ресторане и уже кое-что Коля может кушать. Едем в соседний город, чтобы посмотреть люстры. Мы в один магазин с люстрами зашли у нас, но он закрыт, он в воскресенье. И сегодня он работает с 10 до часу. То есть, представляете, всего пару часов. Мы об этом не знали, и мы в тот магазин не попали. Но то, что мы увидели в витрине, это просто нереальные какие-то цены, огромнейшие. Так что мы сейчас хотим съездить в соседний город, посмотреть там, какие есть там магазины. Может быть, там есть то, что нету здесь. И может быть, все-таки выбор побольше. Если мы сегодня не найдем какую-нибудь приличную люстру на 5 лампочек, значит, наверное, уже будем покупать хотя бы на 3 что-нибудь, не знаю. Это будет временно, не временно, но мне просто нужно на 5, потому что чем больше света, тем лучше. Я в потемках, в общем, не могу находиться. И уже такое ощущение, что зрение просто начинает садиться без света. Вот это, в общем, нет. Будем искать, но я надеюсь, что мы найдем опять лампочек. Но, как оказалось, в Финляндии сделать это достаточно сложно. Ну, посмотрим. Удачи нам. Пожелайте нам удачи, как говорится. Посмотрю, может быть, для вас тоже что-нибудь поснимаю, что там будет. В косметику зайдем, может быть, какие-нибудь новинки есть. Всегда же интересно посмотреть. А может быть, и попробовать купить что-нибудь. Девочки, я сейчас в Токмане. Так, в Токмане я еще нашла банановую серию, то есть шампунь и кондиционер, вот эта вот новая линеечка появились. Ну и маски они уже были. Вот, просто в Косите маркете я видела алоэ и папайя. А здесь вот еще и банановая. Не знаю, у меня, наверное... Ну, у меня есть шампунь, но так хочется попробовать. Меня так привлекают вот эти бутылочки класснючие. Так, что здесь еще... А, ну все, да. Вот эти вот были уже серии, так что тут новенького ничего не покажу. Пойду посмотрю резиночки, заколочки. Мне скоро просто понадобится. Если есть какие-нибудь хорошие цены, тоже возьму сейчас. Так, что здесь? Глискур. Маска для волос Лореаль такая. 5,49 стоит. Дом. Я считаю, дорого. Для одного применения 5,49 платить. Лучше взять банку маски за такую цену. А еще давно не смотрела средства для волос и Хербина. Смотрите, они немножечко переоформили свои сухие шампуни и вот эти вот пенки для волос. Смотрите, как классно они сейчас выглядят. Вообще супер. Троечка, двоечка есть. ЛВ
плюс-минус такие были, хотя тоже немножко переоформили. Ну вот смотрите, сухие шампунчики какие классные стали. Мне очень нравится. Итак, девочки, мы уже дома. Давайте я вам покажу покупки косметики. Значит, то, что я купила сейчас в Выборге, вернее, вчера, это подарок Мише. Ну, как вы понимаете, это не только этот подарок в итоге получился, но да ладно. То, что я выбрала для подарка, я вам сейчас покажу. В этот раз мы как-то решили, в принципе, как, наверное, и весь прошлый год тоже, то, что я хочу, я выбираю, покупаем, ну, от Миши, потому что он особо не знает, что мне нужно. Ну, я думаю, это и так понятно. Значит, давайте, смотрите. Я купила от Фитокосметик такую масочку для волос. Она дрожжевая. У меня когда-то была маска крапивная. Девочки, она мне очень понравилась. У нее такая вроде бы текстура масочная, да, здесь 150 миллилитров, но при этом волосы мои увлажненные были и рассыпчатые. Для меня это важно очень, и мне очень сложно подобрать какой-то уход для волос, потому что волосы сухие, ломкие, тонкие. И чаще всего и маски, и кондиционеры, знаете, утяжеляют волосы. Здесь такого не было, но я хочу попробовать дрожжевую. И потом понять и решить для себя, что же мне все-таки понравится больше. И в следующий раз уже покупать ту, которая понравится больше. Так что да, вот такая дрожжевая масочка у меня появилась. Также в магазине Watsons я увидела крем для рук Кола. Это изготовитель Россия. Марка, ну вернее сайт, здесь вообще написано Милу. Или mi.lv.ru. Я не знаю, что это, может, вы знаете, подскажите. Нарисована кола. Я, конечно же, вау, будет пахнуть кола. Значит, что в итоге получилось? Сам по себе крем нормальный, среднестатистический. Ничего плохого про него сказать не могу. Отдаленно напоминает запах колы, отдаленно слышу запах колы. Но когда начинаешь полностью по рукам разносить, это просто какая-то трава. Я не могу понять, что за трава. Какая-то вот трава из детства, в деревне, что-то такое на огороде даже, наверное, росло. Ну, в любом случае, до пользы, как ремушек. Но вы, если увидите, знаете, что кола здесь особо не пахнет. Честно, одна единственная нотка, как-то отдаленная, то ее нужно угадать, уловить, услышать. Бред, в общем. Также в этом же магазине Watsons я взяла салфетки, потому что у нас такие одноразовые закончились. Я очень редко их покупаю, но иногда все-таки, когда маленький ребеночек, я кладу в рюкзак, с собой ношу. Так вот, я взяла одну пачечку, потому что мне нужна была одна пачка, ее одной даже надолго хватает. Ну, а продавец мне сказала на кассе, если берешь две, тогда уже третья в подарок. Возьмите две, это же выгодно, я говорю, ну ладно, давайте. Так что вот у меня появилось три упаковки, ну, на год, наверное, точно теперь хватит. Дальше, девочки, я очень сильно соскучилась по моей одной из любимых серий, ромашковая серия Белита Витекс. Белита. Я очень сильно люблю и тоник, и крем. В свое время у меня абсолютно была вся серия. И ночной крем, и дневной, и еще там что-то было. Но вот эти два средства, девчонки, я всегда вам их очень советую. Они самые классные, самые мои любимые. Тоник, он потрясающий. Вы знаете, я столкнулась с такой проблемой, что хотела найти тоник какой-нибудь корейский. В итоге в нескольких магазинах в Выборге была и ничего не нашла. Поэтому я подумала, что не буду мудрить, не буду что-то придумывать. Возьму мой бестселлер от Белита. Очень приятный косметический, классный аромат. Тоник хорошо очищает, доочищает, освежает. Ну, в общем, потрясающе. Его даже можно наносить перед использованием увлажняющих ваших обычных средств. Очень. Девочки, очень его люблю, я вам тоже советую. Эта серия потрясающая. Ну и я взяла свою тоже любимую масочку. Она успокаивающая, заявленная, и увлажняющая, успокаивающая, еще куча-куча всего. Здесь 100 мл. Но для меня она лучше всего работает действительно как успокаивающая маска. Я сейчас очищающую маску от Биорен наношу, и вот после него кожа такая раздраженная, красная. Но я вам об этом много раз говорила, показывала. Так вот, вот этот кремушек, ой, не кремушек, вот эту маску можно наносить опять же после очищающие маски, кожа действительно успокоится, причем успокоится очень быстро. Маска экономичная, классная, вот ее я тоже очень люблю и вам советую, девочки. Дальше, я вам говорила, что я очень хотела купить вот этот гель. У меня был скраб, я вам в покупках во влоге тоже показывала скраб и сказала, что вот в скрабе я понюхала и поняла, что это просто натуральный, вкусный, очень съедобный аромат шоколада. И я очень сильно пожалела, что не купила гель. Тоже лимитка, 500 мл, тоже Белита. Вообще Белита, конечно, лимитками и своими средствами очень сильно радует. Я думаю, вы сейчас даже не увидите, насколько этот гель, ко всему прочему, к своему обалденнейшему аромату, к хорошим свойствам, я потому что уверена, что
свойство хорошее. Коленька там с ней ошибалась, так что не обращайте внимания. Потому что у меня точно такой гель прошлого года открыт, я им пользуюсь, и мне он очень сильно нравится. Нет какой-то пленки, кожа очищена, потрясающе. Так что я надеюсь, что он тоже такого же свойства. Но он плюс ко всему еще невероятно красивого шоколадного цвета с такими золотыми блесточками. Это что-то нереальное. Я вам сегодня сняла его и сейчас тоже в этот влог вставлю отрезочек, как он выглядит вообще на солнышке при дневном свете, потому что сейчас уже включен у меня искусственный свет, хотя еще не очень поздно, не сильно темно. Мы сегодня 5 часов у нас дома не было, сейчас вот 5 вечера, даже больше. Мы в 11:30 уехали, представляете? Вот мы приехали, я сразу решила для вас этот кусочек отснять, показать. Так вот, я думаю, сейчас вы как раз-таки увидите, насколько он красивый. И аромат я дома уже понюхала и обалдела. Я так рада, что я купила, хотя у меня сейчас гелей хватает, жидкого мыла хватает. Но я не могла не купить, потому что вдруг я потом не найду эту лимитку и буду потом жалеть. Невероятной красоты. Еще один гель для душа невероятной красоты, невероятных свойств. Это Биоре мягкая свежесть. Он у меня когда-то был, я им пользовалась примерно год. Хватает даже не целого нажатия, но, по крайней мере, мне, может быть, я очень экономично использую косметику. Даже не полное нажатие я нажимаю на мочалку, мне хватает тела намылить, еще даже на мочалке остается. Очень мягкий гель, очень хороший гель. Я его купила где-то за 650 рублей, а так цена 700 с чем-то. То есть небольшая была скидка, в Карусели нашла. Так что кому нужно, вы в Карусели можете этот гель со скидкой найти. Хотя я думаю, может быть, в каких-то интернет-магазинах в России, может, еще даже лучше какая-то цена будет. Я хотела вообще, в прошлый раз, когда у меня этот гель был, я сохранила упаковку и хотела купить мягкий такой пакет, да, и просто перелить в эту упаковочку. Но я не нашла. Честно, девочки, не нашла. В интернет-магазины российские мне пока недоступны. То есть мне нет адреса, куда заказать можно. Поэтому я купила вот эту упаковочку. Хотя жалко. Все-таки я хотела мягкую купить и использовать. И как-то хоть немножко, да, но природу сохранить. Все-таки мягкая упаковка, она очень тоненькая. Она быстрее может разложиться, нежели вот эта. Ну, в общем, думаю на эту тему в последнее время очень много и понимаю, что все-таки косметические фирмы, они не дают нам возможности как-то экономить природу и получше к ней относиться. Они делают такие плотные, толстые, такие вот пластиковые упаковки. И непонятно, вот непонятно, как поступать в этой ситуации, что делать. Как немножко сберечь природу, буду рассуждать на эту тему, буду думать, посмотрим, к чему я вообще приду, ну, не знаю. Ладно, девчонки, так что гель вот этот Биоре я вам очень советую. Там, кстати, было много разных ароматов, цитрусовый, с розой, еще какой-то. Но я подумала, что лучше я возьму то, что я очень хотела, потому что год назад, наверное, или полгода назад этот гель у меня закончился. Девчонки, я постоянно вспоминаю про этот гель. Я постоянно в мыслях к нему возвращаюсь. Он так мне запал в душу. Я думаю, у меня такое огромное количество косметики. Я часто новинки покупаю, что-то новенькое, и фирмы, и косметика, и все. Но когда западает настолько в душу средство какое-то, нужно покупать, нужно повторять и получать просто кайф и удовольствие. Это поэтому я и купила. Так, также я взяла глубоко питает волосы бальзам-ополаскиватель Pantene. У меня есть шампунь, и мне нужна была и маска, поэтому вот я от фитокосметик купила и взяла вот этот бальзам-ополаскиватель. Девочки, я просто обалдела. Это настолько какой-то люксовый аромат ополаскивателя для волос. Это что-то невероятное. Если мне понравится этот ополаскиватель, и аромат не будет трансформироваться в душе, я в следующий раз, когда немножечко подразогребу свои запасы, я тогда куплю и бальзам, и шампунь, и буду пользоваться в паре. Это 100%, потому что пока я понюхала, обалдела просто. Так, у меня все падает здесь. Осталось немножко, терпите. Также. Тресемме, наверное, правильно Тресемме произносить. Мне давно Ксюша говорит про эти шампуни, очень советует, говорит, что классные, поэтому вот наконец-то у меня руки добрались до вот этой парочки. Есть абсолютно разные, недавно новинка была мицеллярного, но я купила такой, который, в общем-то, давно представлен на рынке, подумала, почему бы нет, взяла. Набор, увидела набор, потому что цена была 270. Я подумала, что это очень классно, потому что в Финляндии намного больше стоит даже одна штука. А здесь вот прям наборчик. Я, конечно же, не выдержала. Как вы видите, вчера уже открыла. Все смотрела, исследовала. Так, и вот смотрите.
Внутри по 230 миллилитров кондиционер и шампунь. Так, они у меня с биотином восстанавливающие. Вот, мне вполне даже на полтора где-то месяца хватит вот этих двух шампуней, шампуня и кондиционера по 230 миллилитров каждый. За эти полтора месяца я распробую, насколько мне нравится эта фирма, как мне подходят эти шампуни, как они работают, шампунь и кондиционер. И если очень сильно понравится, у нас продаются, по-моему, по литру. Тресема есть шампуни по литру и кондиционеры, по-моему. Так вот, если мне очень сильно понравится эта парочка, западет в душу, я потом со временем тоже куплю большую версию и буду ею пользоваться. А пока для пробы вот такого набора, девочки, вот за глаза и за уши, как говорится. Дальше. Кстати, это уже последнее, да. Кое-что я еще купила из косметики, но я вам показывать не буду, потому что это было на подарок. И тот, кому я это купила, меня тоже смотрит. Поэтому показывать не буду, к сожалению. Значит, смотрите, взяла масочки. В магазине Watsons была опять же акция. Это Secret Nature. Nature, наверное. Вот так, смотрите, фирма называется. Это маска, выравнивающая с киви. Смотрите, какое яркое, красивое оформление. Очень мне понравилось. То есть 3 равно 2. За 3 маски. 3 маски берешь. И платишь за 2. Бодрящая маска с лаймом. Так. И последняя укрепляющая маска для лица с черникой. Дальше я, девчонки, взяла тоже в этом же магазине вот такую маску от Нинель с авокадо питательную. Очень понравилось оформление. И плюс я их ни разу не пробовала. Мне интересно. Маска повтор, чистая линия, преображение. Это у нас сочная морожка. В прошлый раз, месяц назад, когда я была в Выборге, я купила 2 маски от чистой линии. На данный момент попробовала только одну вот эту с морожкой. Она, девчонки, очень сильно мне понравилась. И я ее повторила. Я видела эффект, мне понравилось. Лекала мне все в ней понравилось. И еще 2 маски для меня новинки. Они в карусели стоили по 50 рублей. Это изготовление «Россия». Не знаю, правда, что там точно изготавливает. Ну, в общем, это изготовление России Beauty Care. Одна маска для всех типов волос питательная, а вторая для чувствительной кожи с депантенолом и экстракт трав содержит. Вот, 2 маски. Опять же, я их не пробовала. Цена 50 рублей. Это очень бюджетно. Я считаю, без всяких акций 50 рублей. И вот, поэтому я их и взяла. Все, дорогие мои, это что касается ухода, что касается покупок ухода для косметики. Коля уже хочет сюда. Мама, вот я смотрю, записываю уже 13 минут, так что мама отсутствует 13 минут. Как это так? Все, нужно к маме прийти. Так что все, косметику вам показала. Буду быстренько сейчас разбирать, пока Коля не добрался до косметики. Влог такой у нас будет. Ну, я сегодня буду готовить ужин, я вам покажу, что готовлю. Ну, что-то, может быть, по мелочам еще с вами сделаем. Ну, такой, в общем-то, очень расслабляющий. Все-таки сегодня праздник, ничего особо готовить. Да, может быть, даже и не буду ужин готовить, посмотрю, что есть в холодильнике, буду отдыхать, расслабляться, все-таки 8 марта сегодня, и можно себе позволить. Поэтому влог будет такой немножко расслабленный, без особых там уборок, готовок и всего остального. А уже, может быть, завтра начнем с вами убирать, готовить и вливаться в обычную непраздничную жизнь. Буду, девочки, сейчас стирать шторы в обычном, наверное, обычным режимом. Вот эти вот серенькие, которые у нас вот так вот они выглядят. Я надеюсь, что они будут не сильно помяты. Я их постираю, просто повешу, и они уже будут висеть. И при этом вытянутся немножко и высохнут уже на самом окне. Но если я постираю и вижу, что они сильно помяты, то тогда, пока они будут слегка такие влажные, я тогда сразу их поглажу и тут же мы их повесим. Будут висеть они в зале, пока без тюли. Ну, потому что не нашли мы нормальную еще тюль. Любую не хочу покупать, хочу прям сразу купить хороший, качественный. Так что вот сейчас буду стирать. Добавлю просто один гель. Ни порошок, ни кондиционер добавлять не буду. Помогаешь маме? Ну давай. Давай. Клади туда. Помоги. А, все. Ну хорошо. Закрывай. Да. Девочки, я уже так это немножко домашними делами начала заниматься. Только что вместе с вами загрузили шторы в стиралку. И я просто с ужасом поняла, я увидела, что на стиральной машине у меня сейчас косметика, бытовая химия, в общем-то, стоит. Я увидела, что вот такая вот умывалочка я тоже покупала как подарок от Миши. Марка Леон Шока Буцу.
Но я так давно хотела ее попробовать, и когда увидела в карусели, я ее, конечно же, сразу схватила, купила, и сразу же вчера вечером после поездки я умывалась именно этой пенкой. Гелем, да? Или что это? Как... Да, пенка, пенка для лица. Потрясающе пахнет, люксово пахнет, невероятно нежное средство. Само по себе очень похоже на вот эти корейско-японские пенки, которые хорошо пенятся, малое количество средства нужно. Короче, девочки, она мне так понравилась. Мне вот просто... Не знаю. Мне хочется реально посоветовать ее вам, потому что она шикарная. Она очень-очень классная. Здесь, правда, 100 мл, но учитывая, что горошинку маленькую наносишь, хватает надолго и хватит надолго. Так что вот эту штуку я вам не показала. Жаль, не показала сразу, но ничего показываю. Вот. Вот. Вот так вот видно. Вообще написано «борьба для жирного блеска». Ну, во все это я не верю в умывалках. Просто хорошая, классная умывалка, качественная. Поэтому я вам советую ее от всей души, если увидите. Также мы еще в Лидо заехали, купили вот эту туалетную бумагу. Кто живет в Финляндии, хорошая, очень хорошая фирма. Сейчас буду в контейнер ее перекладывать с помощником. Как видите, без него никак. Ну вот, все как раз в контейнер у нас вошло. Хранится все здесь, вот как и раньше, когда мы жили здесь. Но пока особо все не проскладываю. Просто стоит все. Ну, я думаю, может, как-нибудь во влоге, в организационном, в каком-нибудь мы вместе с вами все это проскладываем. Все как-то просто кучей, непонятно как. Эту штору, которую отрезала, тоже не знаю, куда ее пока деть. А, еще, кстати, не показывала от Веледа. Меламиновые губки. Их никогда не пробовала, но они очень дорогие. Я обычно, если покупаю, за 1 евро. А тут Миша попросила купить, он мне купил Веледа. Буду пробовать. Может быть, она покажет какие-то чудеса невероятные в уборке. Не знаю. Мясо поставила на разморозку, свинину думала приготовить. Но в конце концов решила готовить не буду. Оно не полностью разморозилось. Уберу просто в холодильник кусочком. А завтра как раз будем, наверное, с вами вместе приготовить. Буду готовить с перцем в сливках. Это такой финский рецепт, но там в финском рецепте оригинальном там идет говядина в сливках и с перцем. А здесь у меня кусочек свинины. Но я думаю, будет тоже очень вкусно. Также сейчас дозагружаю посудомойку, включу, потому что это не мне же нужно работать и мыть всю посуду. Сковородочку. Вот. Кстати, еще девчонки забрали вот эту штуку, нашли, где она у нас хранится, принесли домой. Ее тоже нужно помыть. И потом, наконец-то, я наши столовые приборы тоже складу все, сложу. Складу, нет такого слова, сложу и уберу, и будем пользоваться наконец-то. Наконец-то мы классно, нормально, удобно будем пользоваться, нежели вот этот зеленый пакет, который стоит. Так, все, сейчас уберу пару тарелок и включу посудомойку, пускай она за меня работает. А я пойду монтировать влог, потому что завтра понедельник, а у меня ничего нет. Материала наснятого очень-очень-очень много, но нужно все отредактировать, загрузить и подписать. Поэтому работы вот столько. Пойду сейчас этим займусь, пока Миша с Колей. Мои мальчишки сейчас в душ пошли, так что я спокойно, меня никто не отвлекает, монтирую, но все равно решила сделать, ну, пока есть такая возможность, сделать небольшое включение для вас, немножко поболтать и рассказать, что мы сегодня так и не нашли люстру. Один... Нет, два варианта. Мне понравились. Ну, получилось так, что Коля в машине уснул, Миша остался с Колей, а я пошла посмотрела люстры. Мне понравилось два варианта. Я сфотографировала характеристики, сами люстры. Миша показала. Миша думает тоже, что будет получше и так далее. Одна люстра на 5 лампочек, но они по 30 ватт. То есть всего 150 получится. Я не знаю, в чем прикол, но в Финляндии даже вот мы смотрели люстру 120 ватт. Ну, в итоге, да, получится. В сумме, да, если сделать вот эти лампочки, три поставить, которые вот на три лампы мы смотрели люстра, получается, девчонки, что все равно это темно. Я не понимаю, в чем прикол. То ли лампы отличаются от белорусских лампочек, потому что как раз-таки сегодня Мишин брат звонил, поздравлял меня, мы с ним говорили тоже на эту тему, немножко ее затронули. И он говорит, что он купил какие-то лампочки, то ли на 9 ватт, то ли на сколько, они такие яркие. 9 ватт, по-моему, он сказал. А мы... 120 хотим или 150 купить, и это светит не ярко. Поэтому я не понимаю, в чем прикол. Если вы знаете, если вы разбираетесь, пожалуйста, подскажите. Но меня это уже начинает злить. Мы сидим уже неделю без люстры, без света в зале, и это просто раздражает. Вечером в зале ничего сделать не можешь. Ты вечером даже находиться не можешь в зале, чтобы поиграть с ребенком. Это реально раздражает. Так, сложно как-то держать телефон, может быть, вот так вот. Так, нет. Ну ладно.
Поэтому вот у нас эпопея с поиском люстр все еще продолжается. Надеюсь, что уже вот-вот на днях мы купим, мы определимся. Есть еще Кодин Терра, есть еще какой-то магазин, нам посоветовали. Нужно еще туда съездить, посмотрим. Ну, а так, если честно, выбор небольшой. Люстр и много очень таких паучьих люстр, которые сейчас модно. Мне это категорически не нравится. Я считаю, это просто страх какой-то. Но каждому свое. Кому-то нравится, кто-то покупает. И раз их так много расплодилось у разных фирм, значит, люди покупают. Значит, спрос есть на этот товар. Но я никакой красоты не понимаю. Это реально какая-то имитация. Имитация паука на потолке. Что к чему? Ну, в общем, это не мое. Я, значит, видимо, придерживаюсь в люстрах такого что-то, знаете, старинного, скажем так. Ну, не знаю, очень хочется уже люстры быстрее повесить. Очень хочется найти нормальную тюль повесить, а не вот это вот, чтобы было. Очень хочется уже ночные шторы повесить. Ну, ночные шторы, я надеюсь, сегодня, либо завтра я повешу, я это сделаю. Поэтому вот такие у нас дела. Ну, и вот. Немножко передохнула, немножко с вами поболтала и побегу быстренько дальше монтировать. Один уже ролик загрузился, сейчас буду оформлять, а второй монтирую. Так что я надеюсь, что на понедельник, вторник у вас ролики будут. Ну а там уже завтра, может, один сделаю на среду, послезавтра на четверг. Ну, потихонечку буду делать, надеюсь, что ролики будут. Вы, главное, пишите, смотрите, ставьте лайки. Это самое-самое главное, это всегда очень мотивирует, всегда очень приятно. Ну, вы знаете, вы все знаете, что мне вам говорить. Вы у меня молодцы, поэтому будьте активными, и меня это будет очень сильно радовать, и я буду для вас стараться больше, больше, больше делать ролики. И все, буду влог заканчивать, уже все, день заканчивается, темно, у нас здесь света нет еще в зале, как вы знаете, поэтому я к окошечку придвинулась, думаю, хотя бы возле окошечка, чтобы было хоть немножечко посветлее. Буду с вами прощаться, скажу вам пока-пока, вот просто хочется посмотреть, скажем так, глаза в глаза попрощаться. Надеюсь, что вам было интересно со мной, приятно, как всегда. Будьте активными, я вас очень-очень прошу, всегда пишите комментарии, будьте активными, мне это очень приятно всегда, мне это мотивирует, я вас обнимаю, целую, всем добра в ваши дома, и до новых встреч, пока-пока!